Все будет хорошо. Встречайте, Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Всегда яркие, всегда непредсказуемые на льду. Первая часть танца была просто замечательной. Я думаю, без труда вы узнали в фигуристах Жанну Агудзарову и простого рабочего сцены. Все было выполнено очень-очень хорошо. Но вот в конце уже, во второй поддержке, не все получилось у Екатерины с Романом. И это, может быть, чуть-чуть смазало впечатление, общее впечатление от в целом хорошо выполненного танца. Остается дождаться оценок. Я напоминаю, что Екатерина с Романом завершают очередной